Скажите, пожалуйста, сегодня вы посещали классы и детей. Может быть, поделитесь своими впечатлениями уже после встречи с детками? Как вам? Ну, во-первых, я получил лично восторг, эмоции. Вот. Это прекрасные дети. Мне сегодня повезло, я был в 11 А-классе. Дети подготовлены, дети много знают о цыганах. А что вы почерпнули для себя от этой встречи? Я Бахтияр Гадшиев, Мамедович. Я тоже был урок провел, значит, в 8 А-классе. Мне очень понравился и дети, и школа, и коллектив. Все мне понравились. Это очень хорошо, очень хорошая школа. Спасибо. А вы дружный коллектив сами, смотрю. Вы так часто собираетесь? Да, часто собираемся. Ходим на мероприятия какие-то. Но в этой школе мне в классе понравилось, что мы уже были во многих школах, вот, к дню родного языка. И во многих школах, когда я спрашивала что-то о Польше, то очень мало знали даже реки, там столица, не всегда было с трудом или вообще не знали. Но в вашей школе мне понравилось, что дети стали на все эти вопросы и с интересом это все сами рассказывали. А как вам ваши дети? Мы знаем, что вы часто сюда приходите, частый гость. Вы знаете, очень много школ, в которых нам приходится бывать. Здесь мы сегодня продемонстрировали единство областного совета национальных обществ. И, несомненно, это единство будет продолжаться. Встреча с детьми, предоставление знаний и соответственно, получение информации от этих детей для нас очень важно. Единство – это наша сила. За много лет посещая школу, скажите, улучшились ли знания детей, то есть богаче стали их знания? В детях гораздо больше тепла и добра. Вот то, что мы прочувствовали в детях. Они познают и поглощают знания. Они чувствуют доброту человеческую. Это очень важно. Ну, наверное, потому что вы едины, и дети, наверное, едины, и наша Украина. Да. Едина.